Добрый день. Мы разбираем рабочую часть книги А1.1, страницы 49, 49 по 51. Вы уже очень много со мной выучили. Не все буду переводить. Задание 23. Нужно дополнить по смайликам, да, нравится, не нравится. Да, очень хорошо. Sehr gut, gut, хорошо. Ganz gut. Так, ну, достаточно хорошо. Es geht не очень, nicht so gut, не очень хорошо. Итак, первое. По двум смайликам понятно, что это sehr gut. Sehr gut. Es ist sehr modern. Это будут все ответы на wie gefällt Ihnen das Sofa hier? Да, в магазине спрашивают, как вам нравится диван. Второе. Тут уже написано es geht. Ja, es ist auch sehr groß. Что так себе, та пойдет, имеется в виду, и очень большой. Третье. Тоже es geht, aber es ist sehr teuer. Пойдет, но очень дорого. Четвертое. Nicht so gut. Es ist sehr hässlich. Не очень хороший, очень ужасный. И последнее, gut, die Farbe ist schön. Хороший цвет, красивый. Задание 24. Нужно дополнить gefällt oder gefallen. Gefällt к единственному числу, gefallen к множественному. Schau mal die Möbel dort. Wie gefällt dir das Regal? Sehr gut, es ist sehr modern. Ja, das finde ich auch. Und schau mal hier, wie gefällt dir der Teppich? Nicht gut, es ist hässlich. Aber wie gefallen dir die Sessel? Es geht, sie sind sehr groß. Und wie gefällt dir die Lampe? Ganz gut, sie ist auch nicht teuer. Вот так вот. Я думаю, те, кто давно со мной, уже без перевода, поняли, о чем идет речь и в чем смысл. Да, некоторые моменты буду переводить, некоторые нет, так как вы уже много знаете. Учимся воспринимать на слух речь, да. Вот так. Переходим к следующему заданию. В следующем 25-м задании нужно прочитать еще раз 24-й. И дополнить, да, вот, допустим, Teppich, ein, der, он же er. Потом, да, выступает как er. Дальше, Regal, ein, das, потом будет говориться es. Lampe, eine, die, sie. Zwei Sessel, так как это во множественном числе, plural, будет die, и потом говорится sie, местоимение. Артикль меняется на местоимение sie. Дальше. Erkennen Sie. 26. Der, das, die. И так далее. Поехали. Haben Sie Schränke, Sofas und auch Waschmaschinen? Ja, natürlich. Wir haben alles. Die Schränke und die Sofas sind hier. Die Waschmaschine sind dort. Und wie gefällt Ihnen der Schrank hier? Gut, ist schön und groß. Was kostet er? 45 Euro. Hier ist noch ein Schrank. Kostet 60 Euro. Und das Sofa dort? 30 Euro. Es ist alt, aber sehr schön. Aha, und was kostet die Waschmaschine? Sie kostet 60 bis 120 Euro. Hier ist eine Waschmaschine für 70 Euro und die andere Waschmaschine dort kostet 120 Euro. Sie ist neu. 27. Задание. Ergänzen Sie und malen Sie die Farbe. Ну, рисовать мы сейчас не будем, но я вам все их назову. Да, все цвета. Первое, blau, голубой, да, синий, голубой, синий.
Б. Гельб, желтый. С. Хельгрюн, светло-зеленый. Д. Роуд, красный. Дункельбраун, темно-коричневый. Шварц, черный. Вайс, белый. Грау, серый. Разгадали все фарбы с вами. 28-е задание. Я включу вам сейчас аудиозапись. Да, вы прослушаете, какие цифры он называет, и узнаем лёзинг, да, решение, какое же слово там, какое слово там таится. 43, 176, 77, 24, 67, 27. Итак, что вы услышали? Нажмите на паузу и попробуйте разгадать сами. Разгадали. Я разгадала. Это будет слово «зибен». А мы переходим к 29-му упражнению. «Вонунгсанцайген». Объявление по поводу квартир. Нужно здесь отметить сокращение. Как вы видите, в первом объявлении, да, помечено желтым. Это то, что сокращено, да, ЦА, точка, ЦА, пункт, цирка, да, приблизительно, 30 квадратных метров, 30 квадратных метров, да. Значок евро тоже помеченный, потому что это ойро. По второму объявлению вы видите цет и цимар ВХГ вонунг. Цвай цима вонунг. Сокращенно туда, чтобы поместилось в объявлении. Тоже есть ЦА, цирка, приблизительно фюнфунфюнфи квадратметр. Квадратных метров, да, тоже вы видите, как сокращено там, как сокращено там. Там Э и двоечка, а там КМ, тоже квадратные метры. Гарт, это гартен, сад. Айнбаукюхи, понятно. Абзофорт, фю, 480 евро варм. Тоже евро, евро пометить нужно. Третье. Здесь тоже сокращенно. Драй, цима, вонунг. Фюнфтый шток. 84 квадратметр, балкон, это сокращенный балкон, нур 700 евро, плюс небенкостен, плюс тиф гараже, зюдбау и мобилен, и он телефон нума. Четвертое. Шоны драйт сима вонунг. 80 квадратметр, цвай балконы, гаражи, 550 евро плюс небенкостен 140 евро, 2 монат митен кауцион и хэнди нума. Там сокращено хэнди нума. Пятое. Фон приват. Хели фир цима вонунг. Шёнер балкон 800 евро плюс небенкостен и кауцион и телефон нума. Я думаю, все было понятно. Непонятно, попробуйте еще раз промотать и прослушать заново. А теперь все эти сокращения мы запишем полными словами с артиклем. Балкон, дер балкон, цирка, дас цимер, дас телефон, ди вонунг, дер ойро, der Quadratmeter, der Garten und die Handynummer.
Понятненько, да? Lesen Sie die Wohnungsanzeigen nochmal. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Так, Б, задание Б. Прочитайте еще раз все объявления и отметьте крестиком, какое правильно. Можете сейчас действительно нажать на паузу, промотать, прочитать еще раз и ответить на это задание. Как у вас получилось? Если совсем не получилось или хотите себя проверить, я вам сейчас назову. Первое уже отмечено. Das möblierte Apartment kostet 320 Euro im Monat. Что же во втором? Die 84 Quadratmeter Wohnung hat 4 Zimmer. Das ist falsch. Вот крестик мы и не ставим. Третье. Die Miete für die 4 Zimmer Wohnung ist 700 Euro. Dritte, тоже фальш, потому что, во-первых, это drei Zimmer, nicht vier Zimmer wohnen. Четвертое, die schöne drei Zimmer wohnen hat zwei Balkone. Das ist richtig und wir kreuzen an. Пятое, die zwei Zimmer wohnen ist 60 Quadratmeter groß. Пятое вообще, четырехкомнатная квартира и совсем не об этом. Значит, не ставим крестик. Вариант С. Hören Sie das Gespräch. Welche Anzeige aus A passt? И отметьте, да, какое из них. Итак, слушаем. Hier ist eine Wohnungsanzeige in der Zeitung. Drei Zimmer, 80 Quadratmeter. Aha. Und wie hoch ist die Miete? Die Wohnung kostet nur 550 Euro im Monat. Inklusive Nebenkosten? Nein, nein. Das ist nur die Kaltmiete. Die Nebenkosten sind 140 Euro. Aber 690 Euro ist auch nicht teuer. Ja, das ist richtig. Die Wohnung hat auch zwei Balkone und eine Garage. Ich rufe gleich mal dort an. Ну как, все ли вам было понятно? Мне да, это объявление 4. Счёны драйцы и мавонунг. Кто еще не подписался, подписывайтесь, делитесь моим видео с другими, кому это будет полезно. Ставьте лайки, следите за новостями. Я прощаюсь и до следующего урока.